Зима только началась, а коммунальные службы ежедневно работают в усиленном режиме, очищая от снега и наледи дороги и дворы округа. Начальник отдела Главного управления содержания территории Подмосковья лично контролирует уборку снега в ЖКХ «Зеленые аллеи». По поручению вице-губернатора Хромушина Евгения Акимовича, наша служба Главного управления содержания территории Московской области проводит проверку тех мест, которые, скажем так, попали в особый контроль. Особый контроль связан только с одним. В том году очень было много жалоб, нареканий в отдельно взятых микрорайонах по уборке и очистке дворовых территорий. Соответственно, в этом году, для того, чтобы не допускать подобного вала обращений, мы берем на особый контроль. Для уборки снега используют специальную технику, которая значительно облегчает работу. На отдельных участках, где большие машины не могут проехать, рабочие чистят лопатами. Ну, где автомобили стоят, собственно, да, вручную дорабатывают между ними, под машинами, насколько это возможно. Местные жители отмечают, что благодаря уборке в течение дня снега во дворе становится меньше, что облегчает ситуацию как для автомобилистов, так и для пешеходов. Молодцы, наконец-то начали чистить, да. Желательно, конечно, сразу после снегопада, чтобы это было. Потому что я хожу до электрички, тут было не пройти, например, ранним утром, как только снег прошел. Коммунальные службы Ленинского городского округа будут держать ситуацию под контролем. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.